Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о заготовке огурцов на зиму. Сколько существует хозяин и хозяек, столько, наверное, существует и рецептов заготовки огурцов. Соленые, маринованные, квашеные и прочие огурцы являются излюбленной пищей, закуской, называйте как угодно – полезной добавкой к пище в течение зимы и весны, наверное, у каждого славянина, и не только. Ничего удивительного, ведь огурец является одной из наиболее распространенных овощных культур в нашей умеренной зоне, да и на юге, и в более северных регионах. Огурец не искал себе славу за то, что он является довольно неприхотливым сельскохозяйственным растением. Он вкусный, ароматный, его приятно потреблять как в свежем, так и переработанном виде. Огурец, несмотря на то, что содержит довольно мало витаминов, все-таки является очень полезным овощем. Его польза связана с тем, что сок содержит множество различных полезных микроэлементов и макроэлементов, и кальция, и калия, и других солей. В семечках, даже не до конца созревших, содержится большое количество органически связанного цинка. Это характерно для многих растений семейства тыквенных, и для кабачка, и для тыквы, и для огурца. Но именно огурец мы чаще всего употребляем с этими недозревшими семечками. В этой связи ценность огурца повышается по мере созревания плодов, хотя вкусовые качества, что и говорить, немножечко ухудшаются. Ухудшаются они в связи с тем, что плод делается более толстым, более грубым, кожура делается более плотной, однако не стоит забывать, что эта кожура и плотная мякоть является ценным источником клетчатки. Клетчатка является тем элементом, который, в общем-то, не переваривается у человека, однако же очень важен для функционирования желудочно-кишечного тракта, для функционирования кишечной микрофлоры и профилактики целого ряда заболеваний. В том числе онкологических. Клетчатка прекрасно адсорбирует различные токсины внутри нашего организма. В этой связи продукты, содержащие клетчатку, и в первую очередь среди овощей это огурец, являются совершенно незаменимыми. В процессе консервации клетчатка из огурца никуда не девается. Минеральные соли также, органически связанный цинк также никуда не девается. Поэтому огурец, пожалуй, один из немногих овощей, которые даже при тепловой консервации в полной мере сохраняют свои полезные свойства. В конце сезона урожая огурцов, а именно сейчас такое наступает, уже началась вторая декада сентября, огуречник начинает постепенно деградировать, отмирать. У меня высажено несколько сортов огурца, в том числе такой сорт гибридного типа как веросин. Это довольно старый, традиционный белорусский сорт, созданный в нашем белорусском невощеводстве, весьма-весьма иммунный ко многим заболеваниям огурца. Он скорее позднего срока созревания, поэтому в сентябре вполне обеспечивает хорошими плодами. При этом... Ближе к концу сезона, когда ночи становятся уже более прохладными, лед пчел не такой активный, мужских цветков становится меньше, и качество плодов становится уже не таким хорошим, как это было, например, в июле. На грядке можно отыскать вот такие вот огурцы-переростки, которые были забыты и вовремя не снялись. По мере деградации листвы, немножечко там уже болезни какие-то завелись, Такие огурцы выявляются, да, их можно найти на грядке. Можно найти, ну, такие более стандартные зеленцы, хотя в осеннем периоде у них наблюдается утолщение кожуры. Ну, вот какие-то такие разные. Все их можно назвать одним словом. Они называются нестандартные. И вот такие огурцы, ну, можно было бы даже и заквасить в бочке, но я в бочке не заквашиваю. Это довольно такой процесс специфический и требует особых условий. Для консервации вот таких вот нестандартных огурцов у меня есть отдельный рецепт. С ним я и поделюсь сегодня. Более того, я поделюсь с вами не одним рецептом, а сразу четырьмя, четыре в одном выпуске. В качестве основы для консервации огурцов да и других плодов и овощей и фруктов зачастую не зачастую, а можно сказать почти всегда берется обыкновенная чистая вода. В которой растворяется соль, сахар, уксус, добавляются специи, проводится стерилизация и проводится герметизация этих вот банок, происходит закатка. Однако вместо воды я вам советую попробовать еще три другие основы для консервации. Это, например, сок кабачка. Кабачка в осеннем периоде может накопиться на грядах и уже на кухне довольно большое количество. Мы им уже наелись молодыми кабачками, кабачками среднего возраста, уже даже что-то поконсервировали, икра, жареные, разные всякие рецепты, тушеные, запеченные, попробовали. И сейчас как раз можно использовать кабачки для выдавливания сока и использования его как основу для консервации огурца. Это очень вкусно. Кроме того, что вкусно, это еще и очень полезно. Ведь кабачок обогащает нашу консервацию всеми теми полезными веществами, которые содержал сам плод. Я для выдавливания сока использовал вот такой вот золотистый цукини, это сорт ананасные, белорусский сорт. вот он так делается такой вот ярко желтый даже темно-желтый, содержит очень много каротиноидов, это очень полезно. Но можно использовать и белоплодные сорта кабачка. В общем-то разницы большой с точки зрения вкуса и технологии нету. Жмых, который получается после выдавливания сока, а ведь его можно не выдавливать до конца, до сухого состояния, вполне можно использовать для приготовления оладьев, или для тушения, или добавления в суп и пюре, или для приготовления кабачковой икры на скорую руку. Вторая основа, которую я вам рекомендую, это огуречный сок с мякотью. Вот такие вот всякие тоже нестандартные плоды могут вполне пригодиться для приготовления этого сока. Приготовить его очень несложно. Необходим кухонный комбайн с измельчителем. Можно пропустить этот огурец через терку. Для приготовления драников для мелкого натирания картошки, например. Ну, а я использую погружной блендер. Режу огурец на кусочки и его измельчаю прямо с кожурой, с семенами. Сок не отжимаю. Использую сок прямо с мякотью. Ну, как вариант, кто-то может и отжать. И еще один четвертый вариант является, пожалуй, наиболее экзотичным: это молочная сыворотка. Молочную сыворотку можно купить в магазине, а можно взять пакет кислого кефира, ну такого хорошо кислого, и довести его почти до кипения, отцедить сыворотку и съесть творог. Сыворотку использовать для консервации. Для того, чтобы наши овощи сохранялись, не портились в процессе консервации хранения, необходимо довести астматическое давление нашего рассола до такого состояния, чтобы никакая микрофлора там не размножалась. Это достигается путем использования соли, сахара, песка, а также уксуса. Уксус нужен для того, чтобы повысить кислотность рассола и не дать возможности развиваться там ни молочнокислой, ни дрожжевой, ни какой-то другой микрофлоре. Вообще создание благоприятных условий для молочнокислой и дрожжевой флоры является необходимым тогда, когда мы заготавливаем овощи методом заквашивания или естественного брожения, соления. В том же случае, когда мы проводим маринование, мы эту кислотность повышаем за счет Чаще всего уксуса. Я предпочитаю брать 5% яблочный уксус. Он содержит в себе все те полезные вещества, которые содержатся в натуральном яблочном соке. Поэтому наша консервация также будет обогащаться полезными веществами. В связи с тем, что молочная сыворотка уже содержит молочную кислоту и ее кислотность значительно, мы добавлять туда яблочный уксус не будем. Обойдемся той кислотностью, которая была создана кефирным грибком или молочнокислой флорой, в том случае, если сыворотка будет из-под простокваши, разницы нет. Она будет вполне достаточно. Сок кабачка можно разбавить в два раза. Сок огурца тоже можно разбавить в два раза. А вот молочную сыворотку лучше не разбавлять. Использовать такой, какая она есть. Кроме того, нам понадобятся вот такие вот поллитровые завинчивающиеся банки с крышкой. Крышки я всегда использую только новые. Дело в том, что когда используются крышки, бывшие в употреблении, вот здесь вот внутри, на вот этой полимерной оболочке, волей или неволей, образуются царапинки, какие-то трещинки. Поэтому при повторном использовании крышек и тем более при закатывании кислых растворов эта крышка может начинать корродировать. Поэтому я ее буду использовать только для кратковременного хранения каких-то продуктов. А вот для того, чтобы законсервировать и поставить в подвал или где-то в шкаф, я буду использовать только новые крышки. Ну, кроме использования вот такого объема банок, вы также можете использовать и большего размера банки. Большой разницы нет, можно использовать такие, какие вам удобно. Но я у себя в практике решил, что мне удобно использовать вот такие банки, потому что вот огурчики, которые здесь законсервированы, мне как раз хватает для использования на один прием пищи на нашу семью. Всем разложил, банку помыл, все, ничего не стоит, ничего не закисает. Подготовка банок у меня состоит только из тщательного их мытья. Такую процедуру, довольно распространенную как стерилизация банок, я игнорирую. Я игнорирую ее по той причине, что, в общем-то, количество микрофлоры, которое мы туда заносим вместе с огурцами, вместе с нашими соками рассолами, вместе с пряностями, с чесноком. Она гораздо больше превышает ту микрофлору, которая может находиться внутри самой банки. Поэтому я ограничусь только тщательным мытьем этой банки. Потому что вот этот процесс стерилизации может быть довольно хлопотным в духовке, там, на чайнике, на пару каком-то, а большого значения он в общем-то не имеет. Новые крышки я только споласкиваю мыльным или содовым раствором. Ни в коем случае вот здесь ничего не тру, потому что это нарушит вот этот полимерный слой. Точно так же я поступаю с крышками жестяными, на которых есть антикоррозионное покрытие. Они иногда бывают в масле, каком-то таком какой-то такой пропитке неприятной, наверное, тоже против коррозии, отсыревания. Поэтому я ее просто смываю мыльным раствором, обыкновенным средством для мытья посуды. Но содой не натираю, потому что это нарушает вот этот слой, и там начинается коррозия. Банки очень быстро, крышки вот эти начинают портиться. Это нехорошо. В связи с тем, что я использую вот такие вот всевозможные нестандартные огурцы, я буду их консервировать не целиком, а буду консервировать их в нарезанном виде. Это очень удобно, потому что огурцы уже нарезаны. Их достаточно подцепить ложкой, вилкой из этой банки и разложить по тарелкам. Кроме того, вот огурец в нарезанном виде занимает довольно много места здесь внутри банки. Пустот для рассола остается очень немного. Поэтому этот способ еще и с точки зрения пространства экономный. Потому что сюда может зайти довольно большая масса огурца. Рецепт рассола очень прост. Рассол будет довольно крепкий. Крепкий почему? Потому что количество рассола, которое будет заливаться в банку, относительно массы огурцов, которая сюда может залезть плотненько, будет очень небольшой. В этой связи консервация эта получается совсем другая. Она очень отличается от замаринованных стандартным способом огурчиков. Связано с тем, что вот масса огурца здесь гораздо больше, чем масса рассола. Поэтому... Основной Рецепт рассола нашего это две столовые ложки соли, такие с горочкой, на такую неполную банку жидкости, в которой мы будем все это дело засаливать. Видите, здесь мякоть прямо есть. Растворы наши должны быть довольно хорошо подогреты для того, чтобы наша соль, сахар все там, как следует, растворилось. Сахара я добавляю в 4 раза больше. В 2 раза больше. 4 столовые ложки. Сахар сработает и как консервант, и как вкусовая добавка. После того, как мы добавили соль и сахар, необходимо это все как следует вымешать. до полного растворения и добавить уксус. Яблочного уксуса я добавляю по 6 столовых ложек. Для того, чтобы не измерять 6 столовых ложек, чуть-чуть я вот так глазомерно примерно прикину сколько это будет и добавлю в каждый раствор формулу рецепта запомни довольно легко 2 4 6 на 1 литр либо воды либо сока 2 соли 4 сахара 6 5 процентного яблочного уксуса После того, как наши растворы, рассолы готовы, мы начинаем заполнять наши баночки. Из пряностей я кладу только укроп и кориандр. Укроп является классической приправой для огурца, очень к нему подходит. И кориандр тоже очень хорош для консервации огурца. Я кладу и ту и другую пряность в сухом виде. Конечно же, если вам нравится, вы можете туда положить маленький кусочек листочка хрена. Можно положить смородиновый листочек. Можно положить любые пряности, которые вам только нравятся. Но мне нравятся именно такие. Я кладу примерно чайную ложку этих пряностей в каждую банку ну, может быть чуть больше. На самом деле состав пряности может быть любым. Кроме того, что они обеспечивают такой вкус и аромат наших огурцов, они еще являются хорошим дезинфектантом. К хорошему дезинфектанту можно отнести также и чеснок. Многие закладывают чеснок на консервацию целыми зубками. На самом деле это не самый лучший вариант использования чеснока в консервации. Хотя выловить этот зубок и съесть довольно вкусно, он маринуется тоже, делается вкусным, но я чеснок всегда измельчаю. Кроме того, что я его просто измельчаю, я еще его выдерживаю примерно в течение суток при комнатной температуре. Ну, в блюдце, закрытые другим блюдцем, или можно выдержать любой емкости. С чем это связано? Связано это с тем, что для того чтобы дезинфицирующие ароматические свойства чеснока проявились в полной мере, промежуточные вещества, содержащиеся в чесноке, должны окислиться. Именно в этом случае получается хороший ядреный алицин. Поэтому я кладу в банки не целые зубки а дробленый чеснок, выдержанный в течение суток на воздухе. Именно он даст нам самый приятный аромат и самый сильный. Заодно скажу вам, что в этом рецепте, да и во многих других, при мариновании, при консервировании чеснок может приобрести синюю или зеленую окраску. Этого совершенно не стоит бояться. Потому что это ни в коем случае не указывает на наличие каких-то ядовитых веществ. Многие про грибы вот, интересуются, если чеснок поменял цвет, это значит там ядовитые грибы или нет. Можно ли есть такой чеснок? Да, его есть можно. Это нормальный, естественный процесс, который происходит внутри чеснока. Чеснок может приобрести такую окраску, даже если вы не консервируете, а просто сверху посыпаете овощи, те же огурцы или помидоры. Это связано с тем, что ферменты, белки такие специфические, содержащиеся в овощах, взаимодействуют с веществами, которые находятся в чесноке. И чеснок приобретает эту окраску. Более того, чем ярче проявляется вот эта голубая или зеленая окраска, тем более полезный чеснок, тем больше там находится активных дезинфицирующих веществ и веществ, которые полезны для нашего сердца. Поэтому не только не стоит бояться такого чеснока, но надо его употреблять как раз и отбирать именно те сорта, которые дают наиболее вот эту яркую, сильную окраску. После того, как мы заложили пряности, можно приступать к закладки к наполнению банок огурцами. Я их всегда вот так потрясываю для того, чтобы количество огурцов там было как можно больше. Вот аромат и вкус огуречный у, этой, у этого рецепта, в этой консервации получается самый-самый лучший. Потому что здесь очень много огуречного сока выделяется в рассол, даже если вы используете обыкновенную воду. Ну а уж если вы используете огуречный сок или сок кабачка, то в этом случае, конечно, огурцы приобретают такой ну очень сильный, очень яркий вкус. А когда вы используете молочную сыворотку, в этом случае огурчики получаются очень мягкого вкуса, можно сказать, диетические. Это вообще не часто встречаемый рецепт с молочной сывороткой, но я просто очень рекомендую вам попробовать и уверяю вас, что если вы вот попробуете, он вам обязательно должен, понравится. К тому же, что это и полезно. В молочной сыворотке сохраняются всевозможные полезные минеральные соли молока, различные полезные вещества, поэтому стоит Использовать, по крайней мере, испробовать этот рецепт точно стоит. После того, как мы приготовили наши банки, нам необходимо сюда залить рассол. Мы заполняем рассолом банки полностью, чтобы огурчики были покрыты. Если огурчики немножечко остаются наверху, это совершенно не страшно. Не страшно это потому, что при температурной обработке огурчики немножечко осядут, и все будет у нас хорошо. Они полностью погрузятся внутрь. Существует несколько способов стерилизации вот такой консервации. Наиболее распространенные это либо многократное залитие горячим рассолом, то есть рассол, как правило, горячий, доведенный до кипения, после чего огурцы заливаются, ожидается их прогревание, сливается, кипятится снова, заливается снова. Или второй способ это стерилизация, когда банки опускаются в... Банки опускаются в кипяток, в кипящую воду. Держатся там, в зависимости от объема банки и 15 минут, и полчаса, и после этого закатываются, закручиваются. Мы пойдем другим путем. Я вообще считаю, это все слишком хлопотно. И для тех, у кого особо нет времени, это все слишком долго. Я буду использовать. Микроволновку. Вот такие вот баночки прекрасно ставятся в микроволновку и очень хорошо и равномерно там в микроволновой печи разогреваются. Микроволновую печь, как правило, может стать или... 4 такие банки или 3 вот такие 800 граммовки. В этой связи при использовании микроволновки для стерилизации консервов необходимо использовать банки одного объема: или пол-литровые, или вот такие 800-граммовки. Почему? Потому что банки должны нагреваться равномерно по всему объему микроволновое излучение будет нагревать не только рассол, но и сами кусочки огурца, потому что все они содержат в себе достаточно большое количество воды, а микроволновые вот эти волны микроволновки, они как раз воздействуют на воду и разогревают воду. Поэтому разогревание в этих банках будет идти более-менее равномерно. Кипятить эти банки, конечно же, не надо. И вообще до кипения их доводить не надо. Их надо довести примерно до температуры парения, то есть где-то до 80-90 градусов, то есть когда уже они начнут хорошо активно парить, но еще не будут кипеть. Когда вы устанавливаете мощность на микроволновке для Э, Стерилизация этих банок необходимо поставить не на максимальную, чтобы не вызвать какого-то неравномерного и бурного разогревания, а на среднюю мощность. Как правило, 15 минут более чем достаточно при мощности там 400-600 для того, чтобы разогреть эти баночки до нужной температуры. Сейчас я их туда и поставлю, а потом мы продолжим. Итак, банки наши уже разогрелись, мы их довели практически до кипения в микроволновке, но без кипения они парят довольно хорошо, но не закипели. Кстати говоря, отличным маркером готовности банок к консервации является изменение цвета, вот цвета этих кусочков или цвета кожуры у этих кусочков, вот с такого ярко-зеленого на зелено-бурый. Это всегда происходит при термическом нагревании огурца в присутствии кислот, в кислой среде. Поэтому вот цвет у нас поменялся все как следует, они парят, поэтому мы не теряем время и закатываем, закручиваем наши баночки. Они, они очень, между прочим, горячие. Ну, для человека, который занят микробиологией и привык таскать горячие флаконы с средами для культирования бактерий, это, в общем, кратковременное прикасание является вполне терпимым. Что ж, мы наши баночки вау, укупорили как следует. Используйте какие-то перчатки, потому что банки горячие. Следующий вопрос, переворачивать эти банки вверх или не переворачивать? Ну, вообще их переворачивать для того, чтобы проверить тщательность герметизации. В своей практике я вообще не сталкивался с тем, чтобы ну, банка была как-то плохо загерметизирована и подтекала. Но вообще я знаю, что такие случаи бывают. Она начинает свистеть, подтягивать воздух. Это означает, что банку нужно разогреть заново, довести почти до кипения и перекатать, перекрутить. Но я этим, этим не занимаюсь, потому что все-таки считаю, что э, контакт между крышкой и рассолом, и овощами надо минимизировать, несмотря на то, что там есть хорошее полимерное покрытие. Эти банки сейчас я поставлю в теплое место, закрою, у меня такое старое одеяло есть специальное, для того, чтобы укутать эти банки, чтобы они сохранили свое тепло на как можно более продолжительное время. Огурчики за это время пропитаются рассолом, отдадут в рассол свой сок. И законсервируются и будут стоять до истребования, до их потребления. Этот рецепт чем мне нравится? Тем, что мы можем использовать нестандартные огурцы. Тем, что в маленький объем мы можем положить достаточно большое количество огурцов. То есть экономим место. Тем, что огурчики получаются... Ну, почти как свежий. Банку открываешь на весь дом, на всю кухню аромат свежего огурца. Почему? Потому что соотношение рассола и самого огурца здесь является оптимальным. Рассола по отношению к огурцу здесь гораздо меньше, чем в традиционных рецептах закатывания целыми огурцами. Ну и варианты рассолов с кабачковым соком, с огурцом и с молочной сывороткой являются такими интересными, нетривиальными, вполне можно их пробовать и в будущем использовать. Хотя они и более хлопотны, чем использование просто воды. Использование яблочного уксуса в полной мере снимает все вопросы относительно вредности для здоровья этого рецепта с использованием уксуса. Я вообще употребляю этот яблочный уксус для питья, для умывания, для полоскания горла, если там что-то заболело. Поэтому ну, то, что мы добавили яблочный уксус в рассол, в общем, его и рассол этот выпить очень даже неплохо. Так что все у нас здесь очень полезно. Конечно, в связи с большим содержанием соли во всех домашних консервациях э, потреблять их в очень большом количестве нельзя. Хотя, честно вам скажу, я эти консервации очень люблю, но стараюсь из-за соли себя ограничивать. Ну а если по чуть-чуть с разными вкусами, с разными наполнениями, разными пряностями, то такие домашние консервации, конечно, не сравнятся ни с какими магазинными вариантами. Желаю вам быть счастливыми в вашем домашнем хозяйстве, в семье, в семейном очаге, радовать родных и близких быстрыми, простыми, вкусными и полезными консервациями. Всего вам хорошего!